Мото-братишки! Мото-братишки! Таш, куда дальше? Да, на источники. Мы сейчас зайдем в заброшенный отель с привидениями. Добро пожаловать в наш отель. Ходим по отелю, пока все нравится. Ну, вообще не страшно, ничего не предвещает беды. Как всегда, как фильм. Когда мы только зашли в отель, нас было пятеро. Потом по одному ребята просто делись. Сейчас мы втроем. Я хозяин мира! Вот, братишки! Вот, братишки! Я посовещался с ребятами, и мы решили единогласно, никто не спорил, что самый горячий источник здесь я. Мы едем уже 40 или 50 километров в полной темноте по каким-то горам. Мы все очень замерзли. Горы! Я не знаю, где мы. Мы едем по хребту, тут ветер холодный, серпантин, короче. Я надеюсь, все будет хорошо. Ну и денек, чуваки.